С празднованием Нового года связано множество прекрасных традиций. Одно из самых любимых, без сомнения, можно считать украшение новогодней елки. В магазине «Время подарков» вам предложат яркую и очень удачную копию живой красавицы. Удивительная схожесть с натуральным деревом, красивый цвет и удобство установки. Все это элитные литые елки. Они безопасны и гипоаллергенны. Особенно привлекают внимание заснеженные елочки. А есть даже елки со встроенными гирляндами. Классические стеклянные елочные игрушки, заботливо украшенные ручной росписью, превратят новогоднюю елку в подлинное произведение искусства. Стеклянные фигурки персонажей из советских мультфильмов разбудят добрые воспоминания о новогодних праздниках вашего детства. Новинка – забавные украшения из коллекции «Плюш». Участвуя в украшении елки, дети смогут вдоволь поиграть с этими приятными на ощупь мягкими игрушками. Если вы хотите сделать елку запоминающейся и необычной, вам, несомненно, понравятся акриловые или винтажные елочные украшения, которые создадут в вашем доме ощущение настоящего рождественского бала. Особое внимание здесь уделили символу наступающего года. В восточном гороскопе свиньи считаются животными, приносящими богатство и символизирующие благополучие и стабильность. Статуэтки, копилки, плюшевые игрушки из самых разнообразных материалов. Хрюшу можно посадить под елочку или подарить с наилучшими пожеланиями. И помните, что купить подарок – это только часть подготовки. Ведь если креативно упаковать и вручить, новогодняя ночь станет еще ярче, а впечатления насыщенней. Опытные продавцы-консультанты помогут с выбором. С салоном-магазином «Время подарков» вы облегчите подготовку к Новому году и сделаете ее более приятной. Магазин находится по адресу Анапа, улица Ленина, 153-Б.